Обнаружить проблему, исследовать ее, предложить решение и воплотить инновацию в жизнь. Казалось бы, простая цепочка, но именно последнее звено, как говорят сами молодые ученые, часто страдает. Оренбуржцы представили свои разработки коллегам из регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, ДНР и ЛНР. В их числе, например, грантовые проекты в области микробиологии. Причем рассказывают как об опыте исследования, так и о внедрении своих технологий в той или иной сфере сельского хозяйства. Многие занимаются, да, у нас тем, что их интересует, но не могут это внедрить непосредственно в практику. И вот как раз-таки здесь мы это обсуждаем и помогаем непосредственно молодым ученым понять, куда направиться. 30 регионов России, в числе участников 20 лучших вузов очно и 20 заочно. Масштаб форума год от года растет. В этом году на Оренбургской земле гостей ждала насыщенная программа. В ее рамках прошли три ключевых события. Пленарное заседание, совещание Всероссийского совета молодых ученых и международная научно-практическая конференция. Мы коллегам в течение нескольких дней будем показывать и практические наработки Оренбургской области. Им достаточно по основным продуктам питания, но в то же время есть очень много вопросов по повышению развития интенсивного земледелия, по развитию животноводства. Мы должны увеличивать продуктивность, мы должны сохранить поголовье, получать, конечно, более серьезные результаты в наших экстремальных условиях засухи. Поэтому вот многие ребята будут делиться опытом. Понятно, у нас у всех разные условия, природные, климатические условия, экономические условия, но всех объединяет одно, молодых ученых, это любовь к науке, любовь к сельскому хозяйству. Понять проблемы современной научной молодежи, да, обсудить с другими вузами, понять, на каком уровне на сегодняшний день вообще находится наука в Российской Федерации, и свой университет привести новшества, которые реализуются на сегодняшний день в других регионах, в других вузах. Переходя от теории к практике, гости познакомились с научно-исследовательскими лабораториями ОГАУ, побывали в заповеднике Оренбургский, а в финале приняли участие в закладке аллеи молодых ученых.